две книги читал. Чарльз Диккенс читал, Оливер Твист. Три книги читал вообще-то. Ну, Оливер Твист очень понравился. Но самая любимая книга моя «Философия Спиноза». Вы слышали про нее? Да? Ну, вот, я очень-очень люблю его мысли, как его речь. Совсем согласен с ним везде. И очень я чувствую, что я становлюсь умнее с каждым словом, которое я читаю. Какую бы книгу не посоветовал, это «Властелин колец». Это потому что я уже фильм сначала посмотрел, а потом там чуть-чуть читал, и неинтересно. Фильм уже все-таки уже с музыкой, а книга без музыки.